Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем проходить Черепашки-ниндзя-легенды. У нас турнир закончился, и мы забираем свой приз. Да, я все-таки успел сохраниться в мастере 2 звезды, и это очень меня радует. Ну что, ребята, открываем и получаем 9000 сюриков. Так, Рафаэль классический, 45 ДНК. Надо посмотреть, сможем ли мы его проапать сегодня. Так, 90 золотых осколков и 65 платиновых. Отлично, и забираем здесь награду. Шикарненько. Так, идем в список и смотрим. Да, друзья мои, Рафаэль классический у нас получает с вами 4-ю серебряную звезду. И это очень классно на самом деле, потому что это еще один хиллер у нас. Так, управление гневом. Оскорбление, колки и сарказм Рафаэля не знает себе равных. В начале хода с вероятностью 10% будет увеличена атака союзников класса мощи в течение одного хода. Ага, значит, определенных персонажей он только может, ребята, бафать. Ну что же, мы можем ему поднять уровень. Давай, наверное, до 35-го прокачаем. Отличненько. Так, сегодня, ребята, у нас будет арена, потому что сегодня у меня выходной, как ни странно, во вторник, да? Поэтому будем именно сегодня проходить. Буста, конечно, не получится у нас. Но, тем не менее, все равно должны куда-то с вами подняться по лиге. Так, здесь забираем с вами награды. Дальше нам нужно пройти серию испытаний. Так что давайте-ка быстренько ее пробежим. Отлично, поехали. Так, первая волна у нас, ребята, и здесь у нас крип. Ну, я думаю, мы ничего не будем здесь делать, никакое уклонение. Попробуем на изи их разобрать. Так, тихо, ребята, успокойтесь. Надо нам крипа ушатать, в первую очередь. Заблокировать не получилось, к сожалению. А если так? Отлично. Так, теперь у нас клан футовцы идут на разборочку. Минус, и последнего добиваем с вами. И переходим на вторую волну. Давай, Усаги, ушатай его. Красавчик. А на второй волне нас поджидает, ага, Паукус, крысиный король и тигриный коготь. Я думаю, наверное, сделаем с тобой вертушку, чтобы долго здесь не сидеть. Так, тигриный коготь. Да, наверное, мы попробуем его сейчас завалить. А, не вышло, хотя подожди, да. Вторая атака его добила, и Паукус. Ну, Майки, давай, да елки ты палки, что ж ты так. Молодец. Бакстер Стокман ушатал его. Ну что же, прошли мы испытание. Так, теперь нам нужно поднять уровень и сразиться в боях. Давайте, друзья, приступим к этому. Так, в боях, значит. Продолжаем с вами апать нашего Донателло по навыкам. И, как видите, я уже прокачал много чего ему, но еще много что предстоит. Так, измеритель. Может быть, сделаем с вами пассивочку, а? Прокачаем. Так, нам нужно найти еще два Че-планшета. Попробуем здесь вытянуть. Первая попытка неудачная. Вторая тоже, как ни странно, не получилась. Так, Че-планшет один достали. Нам нужен еще один. Замечательно. Так, что нам еще нужно? 5 ячеек крэнгов, да? Хорошо, давай попробуем достать. Во. Так, остается 4 штуки. Да ладно вам мутагена вам давать мне. Хотя он тоже, честно говоря, мне не помешает. Опять пошли эти микроскопы выпадать. Так, вторая ячейка выпала. Вторая ячейка выпала. Нужно еще... Так, третья. Четвертая. И последнюю, пожалуйста, дайте мне последнюю. Шикарно. Но это еще не все, ребят. Нам надо будет еще найти 8 дорожных знаков. Но это уже потом, в следующий раз, потому что мы с вами выполнили задание. Забираем все награды. И сейчас будем смотреть, что у нас на этой неделе будет разыгрываться. Так, мутаген надо будет обязательно набить. Так, ну как мы видим, у нас, друзья мои, черепашка-ниндзя именно Микеланджело классика. Или как его там, оригинал. Нет, оригинал это у нас из комиксов. Скорее всего, это классика. А по испытаниям у нас, ох ты, усиление технодрома. Ребята, здесь у нас будет, как всегда, крэнк. А он нам нужен, поэтому это испытание, естественно, мы будем с вами обязательно проходить. Потом у нас идет классическая бойня и девичья сила.
Ну, девичью силу, как мы знаем, проходим на изи полностью. А классическая бойня, кстати, вот этот бибоп нам нужен. Роксиди тоже. Слушай, ну тут прикольно. Шреддер и Крэнк. Обязательно будем проходить с вами классическую бойню. Надеюсь, нам повезет с выбором персонажей. Ну да, друзья мои, смотрите, практически вся имба. Ну, тут возьмем еще с тобой сплинтеры, но это уже не столь важно. Так, ну что, приступаем, наверное, с вами с арены. Ух, поехали. Так, кого нам выбрать? Ну, здесь особо, так сказать, выбора нету. Давай вот начнем с Глеба. Начнем с Глеба. У него максимальный уровень, мы видим, 14-й. Это на Карайке. А у нас 30-ники. Вот этот бибопчик нам как раз нужен будет, да? Чтобы его прокачать. Да, ну на него очень тяжело достать ДНК, честно. Только лишь в предыдущих испытаниях. Ну что, давай попробуем быстренько с ними здесь разобраться. Так, Лео Космос ушатал Леонардо фильм. Так, Караечка упала. И Эйприл, надеюсь, тоже упала. Да, друзья мои, первый бой удачно. И мы с тобой двигаемся дальше. Надеюсь, сегодня мы с тобой сможем хотя бы дойти до самурая 3 звезды. Такие у меня сегодня планы. Ну, как видишь, воин 2 звезды мы с тобой еще не получили, а лишь 33-ю позицию. Сам понимаешь, это только начало, так что все у нас впереди. Воу, смотри-ка, Наталья сразу 11-12 кубков. Это шикарно. Уровень здесь 19-й, и как мы видим, опять же, лидер здесь Карайка. Раз, два, три, поехали. И я думаю, никаких тут проблем не будет, потому что он имеет бронзовый ранг. Причем одна звезда. Для нас это вообще на изи пойдет все. Так, начнем, наверное, с Кирби. Так, не получилось добить. Давай, наверное, массовую атаку сделаем Донни. Добьем теперь. Ага, и Караечку. Ну, хорош, хорош, хорош буянь, родная моя. Отдохни, иди. Ну и второй бой, как вы видите, все у нас идеально получилось. Самое начало, все, конечно же, будет легко. Дальше будет сложнее и сложнее. И мы переходим с тобой на воин 2 звезды. 78-я позиция. То есть уже приблизительно где-то еще бой 2 нужно, чтобы перейти на лигу воинов 3 звезды. Да, здесь с кубками, видишь, да, намного все хуже. Тогда будем брать с тобой, ну давай вот Сашку возьмем. Возьмем Саню. И кто у нас пойдет против них? Угу. Донателло оригинал, Рафаэль и Бибоп. Поехали. Опять же, я думаю, все будет здесь на изи. Так, начинаем с Эйприл. Получится сразу ее ушатать, да? Теперь Бакстер Стокман. Да, что-то как-то кисло. Давай-ка стрельнем из водяного пистолета. Отлично, получилось все. И Караечку мы с тобой тоже уничтожаем. Замечательно. Так, посмотрим сейчас, куда мы с тобой передвинемся. Перейдем или же все-таки придется еще один бой сделать, чтобы перейти воин. Да, ребят, еще один бой. 33-я позиция. Ну, ребят, надо было бустовать в первый же день. А это был понедельник у нас, да? Но я не смог, потому что работал. Мог бы, конечно, все это сделать и на работе, но тогда бы вы не увидели всего этого. Я специально протянул до своего выходного, чтобы вместе с вами повоевать на этой лиге. Ну что же, а мы приступаем к следующему бою. Так, здесь Кирби, Рафаэль и нейтрализатор. Ну, естественно, начнем с тобой с Кирби. Давай вызовем дух Они. Так, Шинигами гипнотизирует. О, какая у тебя слабая атака. Давай бросим тогда бомбочку. Ну-ка, Майки, не подведи меня. Да что ж ты так слабо бьешь-то? Ну, давай еще попробуем сделать массовую атаку от Рафаэля. Так, замечательно. Рафаэль тут лютует. Нейтрализатор бросает свои батаранги. Так, мы его, наверное, ушатаем сейчас. И остается Рафаэльчик. Так, Рафик, давай-ка мы тебя быстренько. Не получилось быстренько. Ну, короче, Рафаэль, ребята, уничтожает его. Двигаемся дальше. И я надеюсь, сейчас мы с тобой перейдем на воин 3 звезды. Ну, давай, давай, давай. Не компенсируй мне здесь мозг. Посмотрим, какая позиция у нас будет с тобой. 89-я. То есть, получается, 3 боя нам нужно с тобой сделать, да? 3 боя, это значит, у нас получается очень много героев будет задействовано.
Ну что, покупкам я вижу у нас No Name на первом месте, поэтому начнем именно с нее. Так, тут уже, смотри-ка, 23-й ранг, да, 23-й уровень имеет Макман. Мы знаем, что Макман довольно серьезный противник. Но я надеюсь, что мои 35-уровневые персонажи все-таки смогут здесь справиться и не пострадать. Вот это самое главное. Ну что же, начну, наверное, с мухи. Так, теперь массовая атака от Лео. Минус муха. Так, теперь, наверное, нам нужно уничтожить Донни. Я просто не хочу, чтобы он здесь ставил дополнительную защиту. А вот теперь уже давай-ка Макмана разбирать. Не вышло, к сожалению. Промахнулся, отлично. Так, Рафаэль бросает Саи. Но это его не спасает. Так, друзья мои, добиваем, наверное. Нет. А если так, шикарно. Ну что же, Кейси Джонс сделал завершающий свой удар, и мы двигаемся дальше. А ну-ка, покажите ко мне, куда мы переместимся. 33-я позиция, да? 35-я. Ну, получается, друзья мои, еще один бой, и мы с вами перейдем на следующий ранг. Секрет, тут непонятно кто, и Н. Выбор вот здесь у нас, и я возьму, пожалуй, секрет. Давай-ка подеремся именно с ним. 26-й уровень здесь имеет Рокстеди. Ну, друзья мои, а мы уже играем с 40-ыми уровнями. То есть наши персонажи имеют 40-й левел, поэтому тут вообще будет все на изи. Начинаю я, наверное, с Лео. Ай-яй-яй, не ушатали, а так если, нормуль. Так, можно сделать, наверное, массовую атаку. Давай, как уж головой. Прикольно ты сделал. Так, уничтожим с тобой, наверное, Рокстеди, потому что он может сделать массовую атаку поджог. Это тоже, кстати, у нас Донни сделает массовую атаку, но, как видишь, ничего страшного не случилось, только лишь Рафаэль потерял у нас меткость. Так, мы его убиваем и Донателло тоже разбираем. Так, друзья мои, и должны, по идее, перейти мы с вами в следующий ранг. Ну, по моим прогнозам, должно быть именно так. Давай посмотрим. Да, элита, одна звезда и 87-я позиция. То есть, опять же, предстоит сделать 3 боя. Три боя для того, чтобы перейти нам на элиту 2 звезды. А здесь мы с тобой выбираем... Ну, давай возьму Заура. Тут, как видим, 26-й уровень, это имеет Микеланджело. Так, секунду. Вот такая у меня будет команда. Я думаю, что здесь тоже никаких проблем у нас не будет с разбором противника. Тем более у нас здесь есть кролики. Это сборка маузеров. Так, давай. Шикарно, я тебе скажу. Так, тихо, 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 Майки, зачем ты это делаешь? Рафаэля, ой, Рафаэля, конечно же, Кирби нам нужно уничтожить, чтобы он тут не отхилялся. Также нам... А если мы бросим гранату? Ну-ка. Ха-ха, вот Бибопчик, молодец. Кстати, граната эта у меня не прокачана, и я очень удивлен, что он сразу их подбил всех. Наверное, взял своим скиллом, своим уровнем. Так, давай ко мне 55-ю позицию. О, 46-я, замечательно. Опять Глеб, Елизавета и Махеш. Махеш. Ну, беру, конечно же, Елизавету. У нее больше всего кубков, так что это нам и нужно. Значит так, Пиццелицей, Острозуб, Макман и Кейси Джонс выходят на тропу войны. Все они 40-го уровня, так что у противника шансов, наверное, нету все-таки. Бросим баллончик. Это массовая атака у нас. Так, причем двоим мы понизили меткость. Так, теперь Макман ураганчик бросает. Минус двоечка, и Пиццелицей добивает Рокстеди. Все шикарно, все хорошо. Интересно, докуда мы сегодня дойдем, а? Дойдем ли мы до самурая 3 звезды? Очень хотелось бы. Потому что, друзья мои, выходные пройдут, и опять же я не смогу играть, буду работать. Так, Эйкер и No Name, а тут МД. Ну, я, наверное, возьму... Давай-ка, наверное, МД. МД, и тут, как я вижу, 28-й уровень имеет Донателло. Ну, ты понимаешь, 28-й уровень, да, максимальный, и у меня какой там, 45-й. У противника просто ни единого шанса нету здесь. Вот этого бы Шреддера мне еще прокачать бы не помешало, на самом деле.
все-таки было бы прикольно. Так, массовую атаку применяем. Смотрим на результат, и очень радует меня. Так, и я думаю, что Крэнк все-таки здесь всех дальше добьет. Бамс, отлично. Все очень прикольно и быстро мы с вами проходим. Мне это нравится. Я не знаю, ребят, если мы быстренько с вами пробежимся по ареночке, да, то, скорее всего, сделаем сегодня еще и испытание. Ну что же, элита 2 звезды, 74-я позиция. Поехали. Так. Кристиане, Александр и Ронан. Кого возьмем? Я хочу взять, наверное, Александра. Мне кажется, он будет слабее для нас. Так, Майки Космос, Лео, Майки и Рафаэль. Так, еще и Слэша, да, можем взять с тобой. Ну что же, тут вообще, ребят, все будет на изи. 45 уровень у меня, у героев моих. Так что поехали, начнем с массовой атаки. Посмотрим, с какой урон нанесут. Оу, шикарно. Теперь давай, наверное, усилим команду нашу. Так, кого нам уничтожить? Ну, я думаю, что нужно именно с Эйприл разобраться. Хилов тут не должно быть. Теперь сделаем вот так. И остается Рокстеди. Что-то он какой-то живучий, я как посмотрю. Уже, по-моему, во втором бое именно Рокстеди, да, выживает. И это очень странно. Так, какая тут? 35-я или 45-я? 28-я. Слушай, мы здесь даже быстрее идем, чем ранее. А, ну правильно, друзья мои. У нас прибавляется в команду больше героев, да? А мы начинали с троих. Теперь у нас уже пятеро, поэтому мы получаем больше кубков и, соответственно, быстрее продвигаемся. Здесь выбор между... Я так понимаю, здесь, наверное, Аврора. А здесь Жизель. Ну, я возьму Жизель тогда уж. А почему бы и нет? 31 уровень максимальный у противника. А у нас уже 45-й. Ну, опять же, все будет на изи. Честно говоря, я думал, сегодня будет сложнее. Думал, где-то вот уже на середине мы с вами встретимся с противником. Ну, по крайней мере, если не равным, то хотя бы около нашего уровня, да? Где-то 40-го, 39-го. Но нет, как ты видишь, пока все довольно легко. Так, слушай, слабая атака, конечно, у Лео. Майки, ты это не вовремя делаешь, это тебе не поможет. Давай-ка мы его уничтожим. Бамс. Крис Брэдфорд. Ну я... Хотя надо его, по идее, уничтожать, потому что он будет первым сейчас ходить. Ну ладно, бросим в него молот. Шикарно. А ну-ка, Лапекс не смогла, да? Не справилась. Вот об этом я и говорил. Видишь, делает поджог, но, слава богу, у нас уровень с тобой довольно высокий, и ничего на нас не подействовало. Никакого поджога не было. Даже если бы он умудрился повесить, мои бы персонажи все равно выдержали постепенный урон. Ну, а мы с тобой переходим? Да. Элита 3 звезды, 88 место. А мы рулим дальше. Кстати, я смотрю, у нас 88 монет. Значит, мы с тобой можем позволить себе ДНК. Так, Лилия, Тони, давай посмотрим. Вот, Эммануэля берем. Ну что же, уже 36 уровень, 37 даже. А разница где-то в 10 левлов, да? В 10, 15, 16 уровней. Преимущество, как ты понимаешь, за нами. Начнем с массовых атак. Давай-ка, Майки. Ага, Шреддер. Я думаю, что мы, наверное, с тобой сделаем постепенный отхил. Замечательно. Так, и теперь думаем. Наверное, нужно нам начинать слева. Попробуем вот так вот. Ага, выжил. А если мы веер бросим? Отлично. Так, ну что, у нас тут Роквелл, да? Крис Брэдфорд. Так, Донателло. Донателло нужно нам с тобой ушатать. Упс. Тогда мы с тобой... Он 50 уровня. В принципе, нам не страшно, он выдержит две атаки. А поджи... Оу, даже одну всего лишь. Прикольно. Давай-ка мы Роквелла добьем. Ну и, конечно же, Бибопа. Все.
тут, как ты видишь, мы тоже разобрались. Но они что-то брыкались, сопротивлялись, и это мне нравится. Хоть какая-то, ребята, сопротивляемость от врага идет. А то мы разбираем их просто как детей. Ну что, 48-я позиция с вами. И мы выбираем. Ну давай Николу. Они практически все одинаковые по уровню, да, противники наши. И вот выбираем Николу. Как ты понимаешь, персонажи у нас с тобой становятся меньше. Я не знаю, сможем ли мы сегодня с тобой дойти до самураев 3 звезды. Кажется, навряд ли. Ну что же, делаем вначале дебаф с тобой от Хана. Так, теперь бы нам, наверное, нужно... Давай попробуем Эйприл пробить. Неплохо. Так, теперь массовая атака от нашего Шреддера. Ёлки-палки, вообще замечательно. Так, добиваем с вами Майки. И остается нейтрализатор, который, наверное, упадет от удара морозильной кошки. Да. А почему? Потому что у него была слабая защита. Мы ее практически снизили до нуля. Поэтому он и сдулся. Ну что же. Ах ты, елки-палки, я думал, что мы перейдем уже в самурая. Нет, друзья мои. Вышла ошибочка, по моим расчетам. Значит так. Дэвид Уап. Берем его. Или ее. Я не пойму там, кто он. И видим мы уже какой. 38 уровень здесь максимальный. А у нас 50-й, поэтому, опять же, противник для нас не имеет никакой значимости. Мы его разберем на изи. Так, Бакстер Стокман. Я думаю, что этот будет, наверное... Хотя нет, Кирби будет первым кандидатом на увольнение. Так, давай-ка мы, наверное, так сделаем. Теперь Бакстер... А, хотя массовую атаку сделаем, но Бакстер Стокман в приоритете. А если так... Да что ж ты будешь делать, а? Давай, хорош, иди отсюда. Крип Малорик. Так, ну что, наверное, нам нужно... Да хорош, хорош, родные мои, успокойтесь. Так, ты первый получаешь. Ты второй. Ну, а ты на дорожку. Опа. Королик, я не понял, какого фига? Ты 50 уровня. Он 38-го, и ты не смог его добить? Когда у него так мало хп... Ой, король, король, что мне с тобой делать? Я не знаю, ребят, когда дойдут руки для прокачки слабых персонажей моих. Но я нас поздравляю, что мы уже в самурае. Одна звезда, 76 место. Опять же, где-то боя 2 нам с тобой нужно сделать, чтобы перейти на самурай 2 звезды. Так, Андрюшка, Елена и Лайн. Ну, у всех одинаково покупкам, поэтому давай начнем с Леночки, да? Раз, два, три, четыре, пять. И у нас тут остается совсем мало персонажей. Максимум еще боя 3. А за боя 3 вряд ли мы перейдем с тобой. Но в самурае 3 звезды. Печалька. Так, Шарханчик мой хорошо звезданул. Наверное, мы с тобой в первую очередь. Давай добьем, наверное, Рокстеди. Отлично. Так, бросим баллончик. Замечательно. Мондо Гекко был красавчик. Идеальная победа, и мы с тобой двигаемся дальше. Посмотрим, на какую позицию сейчас приземлимся. Так, 76-я была, становится 45-я. Окей. Так, Тони. Тони, и здесь Тони. Странно, и Ленка. Опять Леночка у нас. Но выбор идет между двумя Тони. Так уж и быть, я возьму вот этого. Потому что здесь есть Микеланджело 40 уровня и ранг у него бронзовый. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, где-то еще боя 2, 3 у нас остается. Ну, в самурае 2 звезды мы однозначно с тобой попадем. Потому что вот после этого боя у нас все будет четенько. Массовая атака от Паукуса. Так, Кирби, ты нам тут не нужен. Кролики тоже нам здесь не нужны. Так, делает иммунитет. Это бесполезно. Потому что Ванюша должен, по идее, всех разобрать. И у него это получается. Ну что, ребята, двигаемся с вами дальше. Я надеюсь, сейчас мы получим следующее повышение по рангу. 45-е было. Ах ты, елки-палки, нифига, друзья мои. Не прокатило, к сожалению.
Так, опять Тони, Никитюк и Пабло. Ну, беру, конечно же, Никитюк. Раз, два, три, четыре, пять. Эх, грустно, конечно, грустно. Это мы, получается, перейдем только в Самурай 2 звезды. И где-то будет у нас 50-я позиция. Плохо. Я рассчитывал все-таки на 3 звезды. Ладно, уничтожаем с помощью нашего Армагоши. И двигаемся дальше. Я вот просто думаю, какое сегодня испытание пройти. Ну, девичью силу мы прекрасно знаем, что проходим на изи. Может быть, все-таки нам что-то посерьезнее взять, а? Ну что, ребята, 83 место. Самурай 2 звезды у нас лига. И всего 2 боя остается. И, как видишь, по кубкам у нас все очень плохо. Давай, наверное, возьмем Алекса. Раз, два, три, четыре, пять. Да, последний бой будет неполноценный у нас. Всего 4 персонажа. Но я потрачу, наверное, все-таки один откатик, чтобы взять еще одного дополнительного героя и получить максимальное количество кубков. Одной бомбочки было достаточно, чтобы практически всех скосить. Добиваем Лео и уничтожаем остальных. Так, железноголовый, как всегда, красавчик. И мы с тобой смотрим, ребят, на какую позицию переместимся. Мне самому интересно. Была 83-я, становится 54-я. Да, друзья мои, не хватит буквально чуть-чуть. Угу. Сераб, опять Леночка здесь и Влад. Владосик, ну, берем Влада. Раз, два, три, четыре. Так, кого мы сюда возьмем на откате? Ну, давай Зека. Именно его. Поехали, ребят. Это будет последний у нас бой на сегодня. Именно на лиге. Ну что же. Да какое уклонение? Оно здесь не нужно, потому что тут 44 уровень максимальный. Да, очень-очень круто идет. Так, и уничтожаем с вами Бибопа. И давай посмотрим, куда же мы с тобой переместимся. Ну, мне кажется, вряд ли, конечно, что мы успеем перебраться, потому что 50 ступенек перелететь вряд ли у нас получится. Да. 25 место, друзья мои. Чуть-чуть буквально нам не хватило, но тем не менее, еще будет у нас денек. Даже я бы сказал, 2 денька, чтобы всю эту ситуацию исправить. Ну что, теперь идем, пожалуй-ка, на испытание. И классическая бойня, да, я хочу именно здесь сегодня подраться. Попробуем с тобой добраться до Кренга и ушатать его. По-моему, все-таки мы с тобой это испытание проходили полностью. Могу ошибаться. Хотя, может быть, проходили полностью, но последнее испытание, может быть, не на 3 звезды у нас с тобой получалось. Сейчас будем смотреть результаты, как у нас пойдет здесь. Кстати, я хотел потратить свои монетки ПВП-шные, да, для того, чтобы купить ДНК, 3 штучки. Надо будет после этого боя, наверное, зайти, а то ведь забуду, как всегда. Так, ну что же, консервные банки распадаются, и у нас победа, ребят. А я сейчас пойду-ка сбегаю в магазинчик, нужно потратить. Ну давай, 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 хорош от меня грузить. Ага, Бибоп классика у нас, ребят, зарабатывает с одной ДНК, и у нас магазин. Так, предметы, вау. Так, обязательно, обязательно нужно здесь купить 5 ДНК. Вот так. А здесь у нас кого мы? Ага, Рафаэль. Ну что же, берем, берем, конечно же. Остается всего 4 ДНК, ребята, и он у нас получит повышение. Ну а тут уже есть где разгуляться. Мы можем с тобой потом копить, например, на Донателло оригинала, да? Ну да, я думаю, что это лучше всего потом, наверное, Лео. Ну и по возрастающей. Потом Микеланджело и так далее и тому подобное. Ну, а мы с вами продолжаем наши бои. Так, испытание. Тут у нас Rocksteady классика. Отлично. Я, кстати, не помню, у нас Rocksteady классический прокачан полностью или нет. Ну, я имею в виду до 5 звезд, по-моему, вряд ли. Потому что с классикой здесь у меня какая-то напряженка на самом деле идет. Так, клан футовцы. Минус, минус. А, ну они 20 уровня. Че я тут высматриваю? Последняя, третья волна, ребята. И вот он у нас стоит, роднуля. В первую очередь получил. Так, и добиваем с вами
клан фотовцев. Все, ребят, идеальная победа, получается, не одно ДНК. Почему одно? Вот была бы здесь, знаешь, какая система накопления. Если ты, например, проходишь, например, вот эту вот арену, да, от начала и до конца на 3 звезды, то на следующей неделе у тебя бы повышалось бы количество получаемых ДНК от персонажа. Это было бы идеально, да, такая накопительная штука идет. Но если ты, например, слился, у тебя бы все это пропадало. Был бы интерес офигенный, как бы пройти все идеально, все классненько для того, чтобы получать ДНК дополнительные. Так, ну что, у нас тут Донателло, друзья мои. Донателло, ДНК на него, да, получается. А Бибоп и Рокстеди классика будут нас тут встречать. Они будут встречать и, конечно же, получать от нас. Кто с такой имбой потянет? Единственное, конечно, здесь слабое звено, это у нас Сплинтер. Но самое интересное, что здесь все черепашки у нас, да? Все четыре брата. И, как говорится, ихний учитель Сплинтер. Такая вот прикольная команда у нас получается. Так, и кто у нас тут? Бибоп Рокстеди, маленький Маузер и два кланфутовца. 30 уровень, конечно же, они будут падать все на изи. Добиваем. Отлично. Так, ну что, мы с вами получаем ДНК на Донателло. Опять же, у нас классический будет. Давай, давай сюда. И переходим, ага, Лео, Рафаэль и Майки. Ну, сегодня Рафаэль, конечно, довольный. Получил у нас повышение по звездам, да, 4-ю серебряную звезду. Это не может не радовать, как говорится. Остается его прокачивать до золотого ранга. Ну, на классику, я уже говорил, ребята, очень тяжело найти ДНК. Единственное, конечно, если проходить смятение из другого измерения, да, каждый раз, от начала и до конца. Но там все-таки больше идут на оригиналов ДНК выпадают. Так, ну что, встречает нас Шреддер, довольный. Мы его, естественно, тут на изи разберем. Воу, Лео сделал вертушку, красава. Так, защиту повесил, да, броню на себя. Почему не сбили? Он что, две штуки кастует сразу же за раз? Интересно. Нет, 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 Шреддер, никакой тебе пощады здесь не будет. Победа за нами, 3 звезды, это идеально, и мы двигаемся дальше. Дальше у нас кто-то будет. Так, Леонардо, мы получили ДНК. Ага, Рафаэль и Майки. Потом Шреддер и в конце Крэнк. Было бы прикольно, если бы на Крэнге нам дали бы ДНК именно на него. А там, по-моему, дают все-таки на Шреддера. Я, честно говоря, не помню. Надо будет сейчас освежить, так сказать, память. Мне почему-то кажется, что это испытание мы с тобой пройдем вообще от начала до конца и на 3 звезды. Единственное, мне придется убрать из моей команды это Сплинтера. Ну, ты сам понимаешь, Сплинтер 60-го уровня, а противники, как мы видим, уже 55-го. Поэтому в следующий бой его лучше не брать, потому что видишь, что происходит? Они, естественно, будут атаковать самого слабого. Причем все сразу же. Так что нужно с ними тут быстренько разбираться. И еще не забывай, что мы с тобой все-таки неплохо прокачали Донателло в плане скиллов, да, у него защиту я прокачал практически по фулочке. 6-я ступень, остается до 7-й ступени прокачать. Обычный удар, да, прокачали мы ему. И вот сейчас мы будем качать пассивку. Майки, ну зачем ты начал тут свои пляски? Ну можно же было обойтись и без этого, согласись. Так, защита. А сколько, интересно, процентов он дает нам защиты? Так, неужели он побежит на Сплинтера? Нет, на Сплинтера не побежит, потому что Рафаэль стоял в провокации. И у нас с тобой четвертая волна, где Рокстеди и Бибоп стоят, так сказать, в паре. Ну, правильно. Они же два друга-балбеса, так скажем, да? Верные слуги Шреддера. Так, тихо-тихо. Оглушили Донателло. Очень интересно. Так, добиваем. Все, друзья мои. Это испытание мы тоже с вами прошли очень хорошо, тем более на автобое. Так, переходим с вами далее и убираем с вами Сплинтера из этой команды. Так, поехали, друзья. Будем играть в ручном режиме, дабы пройти это все дело намного быстрее. Так, Бибопчик у нас получает два удара сразу же. Давай вот так вот сделаем. Минус. Можно было бы сделать, конечно, и вертушку.
Так, консервная банка тут выпендривается еще. Так, минус клан фуд. Давай вот так вот сделаем, наверное. Нет, не получилось. Так, Майки убивает. И Маузера уничтожаем. Двигаемся дальше. Так, вторая волна из четырех. Здесь у нас Рокстеди стоит. Начнем именно с него. Так, добьешь? Нет? Майки, давай-давай, ушатай его. Да ладно тебе. Первую атаку делает сильную, да? А вторую слабую, непонятно. И бывает наоборот, что первая у него слабая, а вторая сильная. От чего это зависит, пока не знаю, друзья мои. Так, убрали. И последний кланфутовец. Так, минус. Переходим на третью волну. Здесь у нас Бибоп Рокстеди, да? В конце будет, по-моему, Шреддер со всей этой командой. А ну-ка, сюрики. Да ладно, я думал, что мы ушатаем. Ну, хотя бы парочку противников. Нет, не вышло. Так, нам нужно с тобой Рокстеди, в принципе, взять. Эй-эй-эй-эй. Парень, успокойся, пожалуйста. Стой на месте и не дергайся. Давай-ка этого уничтожим. И последнего. Так, ну переходим на четвертую волну. И тут у нас... Да, Бибоп, Рокстеди и Шреддер. Тут я, наверное, сделаю все-таки уклонение. Хотя я больше уверен, что можно было и без этого справиться. Но все-таки для подстраховки. Хе-хе-хе. Лео, красавчик. Просто вертушку сделал, и они все упали. Я не ожидал, если честно. 65 уровень. Просто вот так вот покоцать. Ну что же, Микеланджело классика у нас в кармане. И да, здесь будет Шреддер. Слушай, а вот здесь, кстати, неплохо было бы пофармить именно классику. Согласись. Надо будет об этом подумать. Ну, как ты понимаешь, мне жалко тратить порталы. Телепорты, они очень быстро заканчиваются и дорого стоят. А ты понимаешь, они мне нужны для всего. Для прохождения испытаний и так далее и тому подобное. Для поисков, например, осколков на разные навыки и так далее. А проходить за, как сказать тебе, за пиццу, ну это так долго, друзья мои. Даже на автобое это очень долго. Так, ну что, вторая волна у нас. Как-то хочется с ними быстрее справиться, но у нас массовых атак только лишь у Лео, да, и у Донателло получается. Два персонажа, которые имеют массовые атаки. Если бы каждый бы имел, можно было бы на каждой волне по суперудару, да, и мы бы быстренько с тобой доходили бы до пятой волны. А тут приходится вот так вот делать. Так, опять три кланфутовца плюс Маузер 70 уровня. Получается, последний раунд у нас будет с 80 уровнями. То есть враги будут довольно крепкие. И в зону риска у нас попадает кто? Естественно, Донателло. Потому что он, получается, самое слабое звено здесь у нас. Так, давай-ка мы разберемся с этим пройдохой. Замечательно. Так, четвертая волна. Там у нас кто? Бибоп, Рокстеди и Шреддер, да. Я думаю, уклонение пока не стоит активировать. Будем так вот делать. Ага. Одного кланфутовца все-таки уложили. Давай попробуем разобрать Шреддер с тобой. Изи. Так, ну, кланфутовца уберем отсюда. Так, и начнем с Бибопчика. Так, выжил. Иммунитет. Ты смешишь меня, парень. Ты меня просто смешишь. Иммунитет он влепил. Давай-ка мы его добиваем. И Рокстеди. Да-да-да-да-да, конечно. Пыхтит, прыгает тут. А ну-ка. Да ладно тебе. Ушатай. Все. Ребят, последняя волна у нас с тобой. Да ладно, мы что, будем сейчас с Крэнком, что ли, драться? Да, давненько я не играл, да, и Крэнк, как ни странно. Но все равно получаем за победу над ним ДНК на Шреддера. Немножко грустно. Слушай, а последний бой, по-моему, будет Крэнк со всей братвой, да? Так, давай-ка поставим уклонение. Потому что Крэнк еще тот чудик, может нам здесь все карты спутать. А ну-ка, пробивным. Ну, неплохо, неплохо. Ой-ой-ой, он даже попадает. Так, что это за детские атаки такие, а? Кританули мы все-таки немножко. Слушай, шанса нет у него. Бамс. Блин. Вот лютый ты, чувак, а?
Хорошо, что он не делает массовую атаку. А то бы он тут ушатал бы нас уже, наверное. Да что ты будешь делать? Чё? Давай, Майки, отлично, красавчик. Я уж думал, блин, опять за старое начинается. Бьем и не попадаем. Или мажем, или маленькая атака. Ну что же, Крэнк повержен. Мы с тобой получаем ДНК на Шреддера и двигаемся на последнее испытание. Ах, красавчик. Шреддер классика. Вот он вроде бы, да, антигерой, ребят, но мне почему-то нравится. Вот именно Крэнк, Шреддер и вот все. Может быть, потому что я уже, как говорится, насладился боями от черепашек наших. И вот хочется сыграть за новых персонажей. Новые персонажи у нас антигерои практически все. Так, ну что у нас тут получается? Маузер кричит, сейчас получит. Консервная банка тут зажигает. Вторая тоже выпендривается. Даже урон умудрились нанести. Ну, они 80 уровня, поэтому чего удивляться. Я сейчас просто представляю, какой у нас будет с вами последний бой. Будет очень яростно, потому что... По-моему, там должен быть Крэнк и Шреддер, Бибоп. Ну, в общем, и Рокстеди. По-моему, так. Здесь вообще можно было бы сделать вертушку, но она мне пригодится для последнего боя. Сюрики. Сюрики надо было потратить. Ай, поспешил. Так, по-моему, нам пора хиляться. Иначе у Донателло очень мало здоровья. Они, как всегда, ребят, начинают именно его бомбить. Или потерпим еще. Давай потерпим маленечко. Вот если еще по удару нанесут. Ну, здесь терпимо. Что-то на Майки переключились. С чего вдруг? Что он вам сделал? Теперь на Лео. Они странные. У них нет никакой последовательности. Если вы били Донни, так добивали бы его до конца. Ладушки. Нам это только на руку. Третья, ребята, волна у нас. Опять тут просто кланфутовцы. Упс, с ударчика. Так, хорош там кричать. Иммунитет повесило, да? Так, не уничтожили. А если вот так вот? Отлично, ребята. Два кланфутовца. Но... Слушай, а мне интересно знать, вот, например, если я повесил иммунитет, да, я смогу на этот иммунитет потом повесить баф? Или это просто иммунитет для того, чтобы я не смог повесить на врагов дебаф? Вот что вот интересует меня. Так, ну что, друзья мои, крик души. Ой, тихо, крик души. У Майки, а почему так мало здоровья-то у него стало? Я что-то прозевакал, да, пока болтал тут. Так, здесь у нас отхил, плюс защита. Блин, Донателло. Так, с какого перепуга они себе накастовали здесь только брони? Может быть, нам Рафаэля взять и поставить в провокацию, а? Как вариантик. Тут, по-моему, нам... Что ж ты будешь делать? Нет, все-таки пока не будем ставить, потому что, ребят, лучше это сделать, наверное, на Крэнге. Давай мы попробуем снять с них броню. Вот так вот. Ага. Смотри, что творят. Бомбят, по кому не попадя. Ну что, добиваем с тобой банку. Дальше вот этого уничтожим. И остается кланфу. Ах, у этого месть. Я думаю, что он атакует-то постоянно. У него месть была. Минус. И вот этого тоже надо нам добить. Вторая атака. Отлично. Ну что, друзья мои, пятая волна. И смотрим. Ну да, да, я все-таки прав. Но с какого перепуга вдруг Крэнк здесь спустился в канализуху? Это очень удивляет меня. Так, смотрим урон. Кланфутовец тут. Неотесанный болван погиб. Так, делаем с тобой вертушку. Ой, вертушку, уклонение, ребят, конечно же, уклонение. Теперь ушатаем, наверное, попробуем Крэнга. Отлично, отличненько. Тут Бибоп выпендривается. Вот теперь берем с собой провокацию на Рафаэля. И все. Друзья мои, у них шансов здесь на победу нету. Надо будет Шренга мне, наверное... Шренга. Шренга. Конечно же, Шреддера добить. Чуть я уже заговариваться стал. Думал о Шреддере. Точнее, думал о Крэнге, а хотел сказать про Шреддера. И получилось Шренга. Так, ну что? Все, пора тебе отдуплиться, парень. Да ладно, Майки, ну что это за дела такие? Я просто даже Донни не смог. Что за дела-то? Эй! Все. Да, друзья мои, мы прошли с вами это испытание от курки до курки. Все, на 3 звезды. И что же нам там
достается. Ах, красава. Друзья мои, Крен классика, одно ДНК. Вот это вот приятно. Кстати, вот здесь вот даже лучше фармить, потому что есть шанс получить Кренга и Шреддера. Может быть, давай попробуем. У нас с тобой еще две попытки есть. Ну, конечно же, жетоны, друзья мои. Ну, что может еще нам достаться? Только жетоны, блин. Как же меня это раздражает. 445. Что у нас там в магазине творится? Что мы там с тобой можем приобрести в ближайшее время? Ага, так. А в ближайшее время мы с тобой можем получить 3 ДНК на Донателло Видение и, соответственно, его прапать. Потом у нас идет Рафаэль Видение. В общем, ребята, есть что нам повыбирать. Кстати, у нас, видишь, слэш тоже имеет неплохо ДНК. 55 из 80. Нужно еще 25 ДНК на него, чтобы его проапать. Ну что же, на сегодня, я думаю, будет достаточно. Я пойду за кадром бомбить мутаген. Ну а вам желаю удачи, всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам!